Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня ролик будет о том, как заставить цвести бугенвиллю. Вот этот кустик у меня он хорошо, в принципе, цвел. Я просто его потом обрезала полностью, но не стала как бы убирать листву. Вот для того, чтобы бугенвилля зацвела и заветвилась, нужно убрать все листья, что я сейчас и буду делать. То есть я ей обрезаю полностью все листья. Все до единого. Это у меня уже проверенный способ. После такой процедуры она начинает очень обильно цвести и начинает побеги новые. Можно даже просто не обрезая, а аккуратненько, чтобы не повредить вот такие в пазухах почки, можно просто оборвать листья. Можете зайти на мой канал и посмотреть. У меня целая серия роликов по уходу за бугенвиллей. Все-все-все листья. Буквально через 2 недели у нее появятся новые почки. И она зацветет. Так. В принципе, здесь можно даже с ней будет как-то маленько раздвинуть, что ли, ветки. Ну вот, еще немножечко осталось. Но ее нужно будет поставить. Вообще бугенвилля должна стоять на солнечной стороне. Она должна принимать даже прямые солнечные лучи. От этого она еще более, так знаете, начинает цвести обильно. Ну вот. Я убрала у нее все листочки. Можно ее даже как-то немножко выровнять. Здесь, конечно, корневая система у меня вот полностью, она все у меня здесь уплела. Можно ей и немного подрезать корешочки. Я хочу поменять ей земельку уже заднюю. Корневая система у бугенвилли очень такая, знаете, большая. Она хорошо очень разрастается. И время от времени можно омолаживать, убирать половину корней, чтобы, если вы хотите кустик небольшой, да, то тогда корни обрезать нужно. А если, конечно, вы хотите вырастить ее лианой, такой большой деревцем, то, конечно, ее требуется пересаживать постоянно в большие горшки. Ну.
очень. Ой, вот видите, все. У нее в горшке нету ничего. Просто одна корневая система. Так, на дно я насыпаю дренаж в этот же горшок. Земля у меня здесь бугенвиллия, которая не требует какой-то, знаете, такой вот прям. Она растет в любой, наверное, земле. Главное, чтобы она с песком была. Но у меня вот здесь почва идет для цитрусовых. Она тоже хорошо подходит ей. Вот, почва для цитрусовых, и у меня добавлен еще песок. Обязательно песок, чтобы земля, конечно, была порыхлее. Сейчас я здесь добавлю сразу, высыпала дренажа. Добавляю почвы. И здесь я, конечно, хочу у нее убрать корни. Очень много корней. Бугенвиллия очень живучая. Вы не бойтесь, ей вообще ничего не будет. С ней можно также и бонсай делать из нее, как бы убирать вообще просто вот корни, немножко оставляете и все. И плоский горшок садите, и она прекрасно растет. Она как бы к этой процедуре нормально относится. Вот я просто половину корней у нее, вот видите, полностью убираю. У нее начнутся также рост, начнется, вернее, новых корней. Видите, у них как, у нее какие корни вот эти вот прям. А начнется, когда рост молодых корней. Эта процедура называется омоложение растений. То есть она будет из старенькой превратиться в молоденькую. Скажем так. Вот видите, сколько я много уже очистила. Вот это в тазике, видите, вот это все корни у нее. Почвы здесь практически нет. Она у меня все скушала. Вот видите, я ее почистила. Вот такая вот я такую оставляю, потому что у нее горшочек такой вот побольше, конечно же. Тут еще земельки нужно насыпать. Все это я ставлю обратно в горшочек. Можно так поровнее сделать. Сейчас присыплю землей. Сейчас моя бугенвиллия прям вообще омолодится. Я вам потом сниму обязательно результат и покажу, что получилось. Но это делаю я не первый раз, такую процедуру. И знаю, что результат будет превосходный. В этом я уверена. Ну вот, все готово. Сейчас у нее вот в этих пазухах, где листочки убрали, появятся почки. Там будут растения, ну как бы расти начнет, и там будут закладывать вот эти вот бутоны. Ну, вы уже знаете, что это не цветы, а и цветные ее предлистники. Сейчас я вам покажу мой экземпляр другой. Вот это у меня две бугенвиллии посажены в один кашпо. Вот такими бутонами, то есть
есть она вся вокруг цветет, там не видно. А вот которую я вам хотела показать, она стоит рядом. Просто здесь место не позволяет вот так вот, чтобы все показать хорошо. Вот. Видите, листьев нет. Этот экземпляр, из него я сделала бонсай. Я убирала тоже корней, очень много убрала. Убрала веток много. Это видео, смотрите, оно у меня еще не выложено. Это будет новое видео. Там у меня будет все подробно, как это я все делала. А это моя красотка белая. Здесь вот у нее подсаженная розовая, но она еще молодая, это с моего черенка. То есть она тоже должна вот скоро зацвести. И еще смотрите, позже будет видео выложено по прививке разными сортами. То есть вот прививки срослись. Не пропускайте видео. Да, вот совсем еще забыла. Вот можно, вот после этой процедуры, как вы только убрали листочки, можно сбрызнуть раствором эпина. То есть там капельку эпина разведете на 0,5 литров воды теплой. И просто можно попрыскать. Это как бы стимуляция идет рост. Ну все, увидимся в следующем видео. We'll be right back.